Детол. Состав: флакон 250 мл. Вода: глицерин, ПЭК 175, дистиарат циетримониум хлорид, лауромин оксид, ларамид дей, акрилаты, ПЭК 10 мл, стиринкополимер, это, ароматизатор, бензофенон 4, лимонной кислоты моногидрат, бензалкония хлорид, алкоксилированный диэфир меристинового спирта и адипиновой кислоты, пропиленгликоль, лактоза, сок листьев алоэ барбадосского, метилхлороизотиазоли, нон, метилизотиазолинон. Фармакологическое действие. Мыло Детол жидкое антибактериальное для рук. Увлажнение с алоэ верой и молочными протеинами. Убивают 99,9% бактерий. Мыло обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Обладает выраженными моющими свойствами ЭРН-средства 5,5. Действие защищает от целого ряда бактерий. Клинически подтверждено мягкое воздействие на кожу. Способ применения: тщательно намыльте руки, затем ополосните водой. Особые указания: только для наружного применения. Избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза, промыть водой. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.